Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби-герои». Так, как ты видишь, у меня 31 ранг, одна победа уже есть. И мы продолжаем играть. Наверное, будем за... Давай вот так вот. За ржавый разряд я хочу поиграть. Попытаться сегодня пробиться на 32 ранг. Мне очень этого хочется, поверь мне. Колода эта у меня спортивная. Так, Буффало 54 против меня. И ранг у него какой там? 33. Стоп. Блин, ребята, опять не так колода мне выпала. Да чтоб тебя, а? Ну что это такое? Что это за бред? Это не спортивный, не шиша колода. Это какой-то сброд. Если честно. Так, ладно. Начинает он почему-то с... Мне даже поставить некого. Точнее, мне можно было поставить, но я почему-то пропустил этот ход. Давай сделаем вот так. Интересно, не знаю, что он будет делать. Усилять как-то? Или делать бонусную атаку? Что там есть у пенька? Я не помню, ребят. Усиляет все-таки, да? О, даже как. О, даже как он делает. Это интересно. То есть я его уничтожить не смогу в любом случае, да? И поставить мне, как ты видишь, нечего. Банан? О, это что-то, друзья мои, что-то новенькое. Новенькое и прикольное, я тебе скажу. Такого я еще не видел. Окей, давай сделаем тогда следующее. Вот так вот. Я знаю, что у него, возможно, есть... Ах, вот он что делает. И наносит 3 единицы урона. И не боится. Понимаешь, он не боится ничего. Ну что, я могу тогда сделать только вот так. Ему придется потратить что? 2 хода, верно? На свои бананы вот эти вот, которые он выбрасывает. Вот у него раз. А, ах, вот он как делает. И 2. Угу. Так, что мы с тобой можем? Да пока здесь ничего сделать мы не можем. Банана, естественно, банана. Ну что же, давай сделаем вот так вот тогда. Что он будет сейчас здесь вытворять? Я не знаю, ребят. Но как-то он будет выкручиваться. Так, перемещает, да? Окей. Допустим. Так, теперь сделаем вот так. Очень интересный поединок. Самое главное, что он перестраховал, да? Свой банан этот. Вот этими вот хмыренышами. У него 2 банановые бомбы. Он может их сейчас сюда спустить. Но ему нужно будет как-то добить. Так, видим, что он делает. Так, погнал. Еще. Все, да, на этом? Да, ребят, на этом он все отыграл. Так, что у нас тут? Что бы нам сделать? Как бы я и не знаю, если честно. Можно, конечно, вот так вот залепить. И тю-тю-тю-тю. И вот так. Посмотрим просто, что у нас здесь появится. Отлично. Давай вот так вот сделаем.
Поехали. Угу. Так, дальше я сделаю вот таким вот образом. Блин, нам, наверное, надо будет с тобой поставить вирус. А это нам что дает? Только чисто атаку? Хм. Слушай, я ведь... А, не могу пока. Погнали. Так. Удар. И вот сюда. Магистр. Так, пропускаем ход. Не забывай, что у него 7 хп всего лишь. Но у него есть бонусная атака. Об этом не забываем. Видишь, что он творит? Если есть какая-нибудь... Ага, заклинашку у него нету. Слушай. Ну ведь это же хорошо. Это же очень хорошо. Так. Блин, дай бог бонусная атака. Она ведь тебе никак не поможет. Ему крышка. Ему, друзья, крышечка. Ну, давай я сделаю так. Ускорю, так сказать, процесс вот этого всего. Так. И, наверное, сделаем вот так. Все. Ну и, наверное, сделаем еще вот так. Все, поехали. Ну, ему крышка, ты понимаешь, да? Раз и два. А начинал, конечно, он круто. Я уже думал, что мы сфейлимся, на самом деле, но... Все получилось просто великолепно. И я тебе скажу, что это не та колода, которой я вообще играю. Что это такое? Скажи-ка мне на милость. Это что за выкрутасы? Моя колода вот, пробная. Пробная, конечно же. А, он не дал вообще. Ну, слава богу, мы выиграли как-то ей. Умудрились. Так, опять 31 ранг. Ну что ж, я готов ко встрече. Как он там, не знаю, ребят, зеленая тень. Пакостная, конечно, этого уберем. И здесь... Да иди ты... Твою дивизию. Ну хотя бы так. Блин, вот это трындец просто. Две черные дыры. Ну зачем вот они мне нужны? Две черные дыры. Естественно, начинается вот как всегда. В последнее время они практикуют вот эти зеленые тени именно с этого удара. Не знаю, в чем у них тут прелесть вся. Но вот они так делают. Ладно, я поставлю черную дыру. Будем смотреть, сможет ли он ее чем-то законопатить или нет. Так, о, неплохая, в принципе, карта. Опачки. Так, ребята, что он делает, я уже не помню. На возвышенности, да? Так, получает 2 плюс 2. Это сверху, если. Хорошо, сделаем вот так с тобой. Так, ну что, сразу же, ребята, понижаем. Двойной удар. И здесь сразу понижаем ему. А что мы ему понизим? Наверное, нам лучше вот так вот сделать. Отлично, погнали. Дыч. Хобочки. Замечательно. Ракета, ракета. Погнали.
Он сейчас сюда кого-нибудь поставит. Противного, наверняка. У нас есть, если что... Ну вот, видишь, что он творит. Ты видишь, что он вытворяет? Капризничает, чувак. Капризничает. Ну что, поехали. Ага, и вот так. А дальше мы сделаем, наверное... Блин, подожди. Не хочу я так делать. Давай, наверное, вот таким вот образом. Если что, если он даже усилит его, мы сможем убрать. Оу. Ту-ту-ту-ту. Что бы нам там и тут сделать? Так, ну если мы с тобой собираемся убрать его, да? То вот так вот. Окей. Угу. Вирус. Так, пока не будем ходить. Я так и думал, что он его вызовет. Чё? Ой, какой ты. Ой, ты какой молодец-то. Ты прям, ой. Лапулька ты мой. На, получи. Так, еще вирус тогда сделаем здесь. Ай, красиво, ребят. Так, и две защитки у нас. Так, лобешник. Сейчас защита у него сработает. А, нет, тут не сработает, тут у нас с мишенью. Ну, здесь можно сделать, наверное, вот так. Ух ты. Ух ты. Арбуз, ребята, представляешь? Ну, давай я так сделаю, фиг с ним. Поехали. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, вот это вот плохо, ребята. А вот это вот фигня. Это мне не нравится, хотя ему все равно крышка, да? 3 и 4, это будет 6. Нет, ребята, ошибочка вышла здесь. Он все-таки завалил. Ну, а если мы с тобой сделаем вот так... Звездочка, ты посмотри. Ай-яй-яй-яй, как нехорошо. Значит, нам нужно нанести всего лишь ничего, да? Так что поехали, ребят. Зачем мы так будем делать? Мы сделаем немножко по-другому. Мы сделаем вот так. И сделаем вот так. Этого более чем достаточно. Поехали. Чпок. И готов. Прекрасно, прекрасно, друзья мои. Вторая победа подряд. Так, нам нужно еще три. Ой, точнее две, две победы. Поехали дальше. С этим переходом из ранга в ранг очень, ребят, проблемно. Оу, колпак ночной прибежал. Услышал, так сказать, наши разборки и решил явиться. На чем будет играть? На грибах, 100%. На каких грибах? Естественно, которые будут бомбажить. И вот этого мы с тобой придержим. Этот страж нам понадобится. Как только он будет делать свою грибную поляну, а он должен, по идее, ее делать, мы сразу с тобой активируемся. Что-то выжидает. Что он выжидает? Он выжидает, когда я сделаю первый ход, да? Да. Поэтому пока ничего не делаем. А вот теперь пора. Поехали. Ну и что же ты будешь ставить? Вот, видишь? Ты видал, что он делает? Вот и я тебе об этом же. Ну что, наверное, я думаю, нам проще с тобой заменить. Окей. Так, а теперь с тобой, естественно, ставим стражника. Стражничка и, наверное... Ну, давай вот так, фиксим. Естественно, у него есть
что-то такое, что сможет уничтожить стража моего, там, я не знаю, там, газонокосилка или еще что-нибудь. Грипп у него. Так, наносит 3 единицы урона. Угу. Все на этом? Поехали. Хочется пробить, я знаю, я понимаю. Хочется, но не получится. Так, друзья, давайте, наверное, сделаем немножко по-другому. Вот так я поставлю, и все, пока ничего не делаем. Ждем. Что он там делает? Справик. Ух ты какой. Ну ладно, давай справик. Сейчас мы, ребята, их всех тут поуничтожаем. Не зря вот этот баллончик у меня есть. Понимаешь, да? Конечно, он может сейчас их прокачать с помощью большого гриба. Ну, что-то мне подсказывает, он этого делать не будет. А если сделает, то еще лучше. О, как, смотри. Делает все-таки. Ну что, друзья, ну сделал, сделал, да, я не спорю. На, получи. За каждый гриб, смотри, 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 что это творит, а. Окей, погнали. Так, так. Прокачиваемся. Сумоист. Сумоист — это всегда хорошо. Так, вот мне другое волнует. Этого мы сюда подставим, да? Получается, вот этот гриб перекинем сюда, под нашего спортсмена, тренера. И, я не знаю, можно, конечно, еще сделать вирус. Как вариантик. Но я понимаю, он все потратил, и у него там ничего не осталось. Сидит он сейчас, как этот, у разбитого корыта. Или думает из последних карт, что придумать, какую-то пакость. Да, гляди-ка, выкрутился. Так, и еще, да, размещает, хоть бы не здесь. Хе-хей. Ну все, 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 я тебя понял, парень. Я тебя прекрасно понял. Мне жалко, конечно, что этого я не смогу сместить. Давай вот сюда его поставим. Сзади, да? Сделаем с тобой вот такую штуку. Ага. И поправим себе немножечко здоровья. Поехали. Этот гриб, конечно, сейчас будет бомбашить. И что делает? Так. Твою дивизию, только не сюда. Только бы не сюда влепил, а. Там у него есть этот рикошет, давай вот этого. Давай, давай тренера. Отлично, ребята, он убрал тренера. А это говорит о том, что я сейчас его поставлю. И они у меня все будут под защитой. Найс. Это, друзья мои, просто найс какой-то. Смотри, что мы делаем с тобой. Так, три... А, нет, не хватит. Не хватит, к сожалению. Надо было, блин. Ай, лопухнулся я чуткарика. Лопухнулся я чуткарика. Ладно, пускай нам свои грибы плодит. Этого трогать не будем, прям тут же и пойдем его в разнос бомбить. Нет, 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 убирает. Естественно, он уберет вот этого. Кто бы в этом сомневался. Ну что, этого сюда ставим. Погнали, друзья. Паршивый гриб. Угу. Ну давай вот так вот сделаю я. Ребята, что будем делать? А делать будем мы одну вещь. Сделаем так.
А вдруг у него, блин, три. Три стоят. Давай, наверное, вот так еще сделаю. Посмотрим, что там у тебя. Ох ты! Ну ничего себе, друзья мои. Это просто какой-то нежданчик, если честно. Трэш. Прикинь? Кто бы мог подумать, что вот это вот у него есть в конце. Блин, а у меня не защита ничего, ребята. Вот это проиграл, да. Надо было вот этого все-таки ставить сюда. Но я подумал, фиг знает, вдруг у него еще один такой был орех, который может выкинуть. Видишь, и лопухнулся. Да так была бы победа, да, на самом деле. Где стражи мои, которые, стражи эти галактические, которые у нас защита? Я ни одного не видел. Блин, у меня их две штуки в колоде. Надо вообще их сделать еще, наверное, штук две. Четыре максималка, по-моему, да? Твою налево. Я говорю, сейчас мы будем с тобой три часа тут эту переходить в ранг. Еще интернета нету почему-то. С чего вдруг непонятно, когда все есть. И на этот раз у нас травяной кулак или бонг-чой. Псих ненормальный. Так я его называю обычно. Конечно, карты у меня не особо хорошие выпали. Тем более на старте. Да. Ладно, давай посмотрим, что он здесь предпримет. Неужели он будет бомбить по земле? Как они обычно делают. Зеленые тени любят выпускать свой шар. Ух ты. Что-то мне до боли знакома эта колода. Как всегда, всякая параша мне выпадает, но не то, что нужно. Давай еще один кактус ставь. Три. Получим две. Ну, в принципе, мы с тобой можем сейчас вот этого поставить, да? Он две нам даст. Смотри, что творит, а? Ну что, поехали. Как нам лучше сделать? Наверное, вот так вот. Оу. Допустим. Что я могу сделать? Вот так сделать я могу. Поехали. Так, следующий куда у нас пойдет? Сюда, наверное, да? Вот этот. Скорее всего, сюда. Посмотрим, что он будет дальше делать. У нас всего 9 хп. Что-то как-то быстро нас тут разнесли, если честно. Хилки у меня никакой нету. От этого я скрыться никак не смогу. Воу-воу-воу-воу. Тише, паренек. Что нам здесь залепить? А если я его превращу в кого-нибудь другого? Кто у нас появится, как ты думаешь? Твою налево. Давай рискнем, посмотрим. Отлично. Кого убираем? А убираем мы с тобой... Наверное, вот этого. Че, поехали. Допустим. Так, сейчас он этого хмыреныша поставит сюда, да? У нас есть две пробирки. Так, если он сейчас этого поставит... Да ладно, блин. Что будем делать, друзья? Ну, только так вот. Три и... Ну, короче, нам крышка здесь, да, получается? Нам здесь, получается, крантарики. Никак не выкрутится, ребят. Хотелось бы, но, видишь, не получается. Ну, дреновая рука. Что я могу сделать?
ничего путевого не выпало. Вот эти заклинания, которые мне дают, нахрен они мне всрались, когда вот эти вот орехи тут выпадают, а? Целая куча вот этих заклинашек, блин. Выдают они мне. Так, ну все, ореху сейчас должна быть крышка. Ореха мы должны с тобой раздавить. Ну вот, более-менее что-то хоть дали путевое. И первый ход есть, и второй, все. Все как полагается. Но зато нету теперь вот этого вот баллончика, который уничтожает нулевок. Да? Так, орех. Ну вот, я так и думал, что сейчас начнется. Ладно, ставим с тобой стража. Стража я уже не поставлю, потому что он сделал ход. И сидит, думает. Ну, и что дальше? Ну что, ставим тогда, защищаемся как можем. Мина. Ну, эта мина мне не... Ах, вот как. Смотри-ка, как он быстренько, да, переобулся. Три карточки. Ну все, щенок, ты доигрался, скажем так. У меня есть баллончик, и я его сейчас использовать буду. Сейчас я посмотрю, кого он тут поставит, а после уже применим. Лишь бы он, конечно, свои орехи бы не выставлял здесь. Ничего не стал выставлять. Окей, ну что, ребят, пшикаем. Допустим. Ну, а дальше я сделаю вот так. Сейчас посмотрим, будет охотиться или нет. Что? Ну, я так и думал, что он будет здесь эти шипы ставить и мину. Да и фиг с ним. Пускай тратится, ребята, мне абсолютно по барабану. Так, ну а дальше мы с тобой сделаем вот таким макаром. Ну и чего ты там? Орех взгрустнул сразу, все, да? Ой-ой-ой-ой. Ну и все. Так, а нам-то что потом на следующем ходу делать? Я не знаю, вот этого поставить можно, в принципе, да? Перемещает, перемещай. Даже так. Даже так ты делаешь. Ух ты. Лапуся. Ну, мы с тобой сделаем тогда вот так и вот так. Опачки, какая нам карта. О, охотничек выпадает нам. Ну что ж, давай посмотрим, что ты будешь на это отвечать, парень. Я-то в любой момент смогу применить вирус, мне несложно. А могу применить вот сюда, да, чтобы из него сделать какого-нибудь другого зомби на одну единицу дороже, который стоит. Смотри, что творит. Смотри, что творит. Отти. Отти, какой, а? Ты посмотри. Так, ну что, я предлагаю, ребят, наверное, сделать вот так вот. Бумс. Погнали. Так. Кто у нас здесь появится? Здесь может лучше зомби появиться, может хуже. В данный момент отличный зомби — это Йети. Ха. Шикарно. Да, но тут немножко похуже. Немножко похуже. Так, Йети улетает. А, давай-ка я, наверное, поставлю охотничка. И вот так. Ну, естественно, он может поставить сюда кого-нибудь, и тогда мой охотник переместится на эту зону. Но он этого не делает, он думает, что он на орехах сможет выкрутиться. Но ведь 100% это полная фигня, тем более сейчас орех мы этот уничтожим. Погнали. Трынс, трынс, на тебе. Отлично.
Так, а вот теперь, по-моему, пришло время для вируса. Я вот сюда поставлю зомбика этого. Слушай-ка, мы же можем с тобой вот этого превратить в зомби... Нет, лучше, наверное, вот этого. Орехового чувачка, да? Превратить в более какого-нибудь подходящего зомби. Сколько вообще энергии стоит? 2. Ну, будет зомби за 3 энергии. Если, конечно, орех сейчас не даст заднюю. А он может это сделать. Ну, и чего? Все, 31 уровень обделался, получается, да? Начал так лихо, а как... О, неужели, ёк-макарёк. Я уж думал, не дождусь. Еще и бессмертие делает. Типа продуманный, да, парень? Окей. Так, погнали. Сейчас у него еще защита, это сработает дурацкая. Куда он орех поставит? Куда он поставит? Или что у него там? Ну, орех должен быть. А может быть защита, кстати. Тоже, вероятнее всего, может быть такая карта. А, восстанавливает здоровье себе. Окей. Так, еще пятерочку ему в лицо. И 9 хп у него остается. Да, это сейчас, конечно, гаденыш ему тут наплодит карт. Ландшафта у меня нет, понимаешь? У меня нет ландшафта, чтобы поменять. Сейчас глянем, что здесь появится. Кого он поставит. Вот этого, скорее всего, надо менять. Опа. Опачки. Ничего себе вы крутасы. Ты представляешь? Да ладно. Вот такие вот, друзья мои, бывают фокусы. Блин, он меня даже немножко озадачил, если честно. Так, здесь, наверное, нам лучше сделать. Вот так. Поехали. Бумс. Так, и этот бомбит. Бомбит по тому, кто сейчас появится здесь. Оу. Пошел отсюда. Так, ну что я сделаю? Наверное, вот так вот. Семь хп. 7. Ну что, он выставит сейчас свой, опять же, крахмал. Куда он его поставит? Наверное, вперед. Хотя нет, ему лучше ставить, опять же, сюда, обратно. Мы с тобой уничтожаем желудь. Мало того, что мы его уничтожаем, так... А, нет, подожди, желудь мы нет. Мы его уничтожим, он здесь тоже нам уничтожит. Но в любом случае ему крышка будет. Ну, я так и думал, что он его обратно поставит. И дальше что? Серьезно, что ли? О, как. Погнали. Так, защита стоит. Защитка стоит. Ну, все, я думаю, что теперь ему... Крышка сумоист. Ай, какая благодать, ребята. Сумоист. Сумоиста ставим сюда. И етиста. Я говорю, ети ставим сюда. Отличная карта. Блин, надо было его ставить сюда. Ё-моё, я что-то лопухнулся. У него срабатывает защита. Скорее всего, там неуязвимость будет. Скорее всего. Сейчас все это мы с тобой увидим. С двумя картами. 5 хп у него, 19 хп у нас.
31 ранг, так же как и я. Ну что ты, орех? О, чесночок появился. Окей. Ну и какая у тебя там последняя карта? Покажешь нам? Или же не покажешь? Он делает шаманство. Карту берет, естественно, карту берет. Опа! А вот это, друзья мои, уже... Это уже трэш. Так, кто у нас тут? Вот это вот фигня, да? Так, ну что, блин. Погнали. Ну что там у тебя? Я не знаю, что там у него выпало. Неуязвимость, скорее всего. Этот шарахнет сейчас молнией. В кого только, интересно мне знать. Сюда. Так, ребята, вот теперь напряженочка пошла. Давай сделаю вот так вот. Потом вот так. Отличная карта. И сделаем, наверное, с тобой еще вот так. Вот это вот, как ты видишь, опупенный удар. То есть, кого бы он сюда не поставил, мы все равно пробьем. И сейчас он будет применять неуязвимость, скорее всего. Вот опять завис. Завис опять этот орех, а? Чтоб его разорвало. Ничего не хочет делать. Да, я же тебе говорил, что неуязвимость будет использовать. Ну и дальше что? Опять шаманство. Так, продлевает, сказать, жизнь, да? Этому чувачку. Ну, сделать мы сейчас здесь ничего не можем. Он может вот сюда, кстати, кого-то поставить, на эту вот ячейку. Будет трындец, если мы еще проиграем. Да ты заколебал, а? Ну ты смотри, все-то у тебя есть. Все, на этом, погнали. Тут, понятно, ничего у нас не выходит. Этого не убиваем, этого тоже не убиваем. С этим не справляемся. Йети сохранится у нас или нет? Йети сохраняется. Чик, улетает, все. Ну и теперь следующий заход. Так, сделаем. И, наверное, вот так. Давай посмотрим, что он на этот раз сделает. Как он сможет защититься? Если он первого зомбика, вот этого моего, не подобьет, то ему крышка. Причем сразу же. Все. Ну, возьмет он орех, а куда он его поставит, скажи мне? У тебя места нету, куда поставить. Ну и все, и пока. На. Прямой наводкой, да? Иха! Отлично, ребят, отыграли хотя бы одну победу. Так, ну что, давай двигаться дальше. Двигаться дальше и посмотрим. Поиск соперника, надеюсь, так же быстро. Блин, еще две победы, ребята, две победы и все. И 32 ранг. Блин, я как вспомню, когда я на 40 ранге там выплясывал. Не знаю, что происходит, постоянно обрыв соединения с интернетом. С чем это связано, без понятия. Все с интернетом нормально, а вот сама игра выдает вот такие вот фокусы. Так, ну что, у нас есть сумоист, есть шар, черная дыра. В основном, опять же, заклинания одни.
Ну давай подождем. Я думаю, что сумоиста пока не стоит вызывать. Вот, видишь, что творит? Ох ты. Еще и решил прокачать. И причем прокачивает в такую, в самую неудобную для меня, ребята, позицию. Ладно, сейчас он прокачается до 4-4, да? Насколько я помню. Да. И я опять же ничего не буду делать. Просто сейчас его ракетой собью. Смотри-ка, подготовился, да? Подготовился. Ну что, бомбанем, наверное, его. Тыц. Так, 3-5 в лицо. Как-то неприятно. Как-то неприятненько, да? 1-4 получается, да, у тебя? Окей. Ну, давай я сделаю, наверное, вот так. Будешь прокачивать или нет? Отлично, отлично он делает, ребят. Как раз под мой баллончик. Ну, это вообще суперски. Спасибо тебе огромное. Спасибо тебе огромедное просто-напросто. Так, ну что, ребят, теперь наша очередь, как говорится, его рвать. Поехали. Ох, отличная карта. Давай, наверное, поставим. Ну и что? О, смотри-ка. Наносит 3 единицы урона. Ай, красавчик. Че, с одной картой будешь прыгать? Ну давай, прыгай. Эх, иди отсюда. Погнали. Пим, пим. Давай я сделаю вот так, наверное, и... Ну, можно, в принципе, хпшек побольше сделать, если понадобится. А можно черную дыру поставить. Че, огонек? Че тупишь-то? Давай, ходи, я жду. Я весь горю в предвкушении. Оу. Не дурно, не дурно, друзья мои. Будет прокачиваться, да? Естественно, будет. Так, сбил, да, мне, значит, короче. И кто появляется? Оу. Жалко, конечно, что... Ладно, пока промолчим. Ну, что мы с тобой можем здесь залепить? Давай вот так вот. Так, если у него этот страус есть, значит, по идее, он должен что? Набирать карты. Растение получает +3/+3. Блин, как бы мне вот это вот... Куда его поставить-то, я даже не знаю. Давай сюда его поставим. Так, и сделаем вот так. Слушай, а здесь, наверное, я все-таки сделаю его вот таким макаром. Надеюсь. Ох, хорошо. Хорошо, ребята, лучше так пускай. 5 в лицо, я думаю, что это отличный зачет. Даже очень неплохо. Пускай там прокачивается, что хочет, делает. В принципе, мне по барабану. А не хотелось бы мне получить 10-то в лицо, ребят. Так, давай смотреть. Ох ты. Ох ты. Ну все. Парень, походу, дела доигрался, да? Давай, короче, сделаем с тобой вот так, наверное. И вот так. Хорошая карта. И вот это нам здесь пригодится. Поехали.
Так. Расход, чувачка. Ну, не знаю, там бонусная атака может быть. Может быть усиление, выпасть. Тут уж как повезет. Ну, что ты там замер-то, ё-моё, я не понимаю. Эй, ягонёк, у тебя карта горит. Да ну, не может быть, чтобы он фейлился. Или это опять обрывы соединения, или еще что-то, ребят, я не знаю точно. Так, давай поставим сюда карту. Так, смотрим. Что он здесь может замутить? Да ну, хорош, завязываю уже. Ну, в принципе, все, его песенка здесь спета. Хотя нет, ребят, ни хрена не спета его песенка. Совсем не спета его песенка здесь. Так, давай возьмем. Я знаю, что это прокачается, но это фигня уже, ребят. Погнали. Тынц. В минус. Так, этого уничтожаем. Кто у нас тут появится, сейчас глянем. Ага. Так, и вот так. Твою налево, ты заколебал, а? Ты заколебал. Ну, если у нас, слушай, если у нас здесь энергия, я могу вот этого поставить на воду. В принципе, да, а этого поставить сюда. Или же поставить сюда охотника. Так, только давай, чтобы не было обрыва связи. Вот самое главное. То я что-то переживаю, ребят. Что нам сейчас еще... И проигрыш засчитает. Соперник отключился, все. Сфейлился, короче, братан. Ну что, давай последнюю победочку с тобой попробуем отыграть. Ты уж извини, что я играю сегодня за ржавого разряда. Это в последнее время мой самый любимый персонаж. Поэтому я очень много посвящаю ему времени. В принципе, колодушка неплохая. И опять мы с тобой играем против ореха в доспехах. Первый ход, я думаю, тратить не стоит. Начнем, наверное, с сумоиста. Вытягивает карты, думает. Думает. Ну. Блин, ну почему вот это тут беспонт мне выпал, а, сердечко? Фигово. Вот с орехами всегда хорошо иметь... Про запаси баллончик. Всегда. Потому что вот он начинает, видишь, вот эти вот орехи выставлять. И вот здесь нужен баллончик, чтобы это все уничтожать. Вот я к чему. Так, ну что, теперь сумоисты, естественно. Или нет? Давай вот так вот сделаю. Пускай он там за орех прячет кого-нибудь, если, конечно, он захочет. Потом можно выставить сумоиста. А после сумоиста уже можно, конечно же, сделать и тренера. А вот этот чувачок очень хорош, когда, например, очень много одинаковых, ну, например, вот таких вот орехов стоит. Если он уничтожает хотя бы один, то и все остальные тоже уничтожаются. Но видишь, что он делает? Он делает немножечко не то, что я хотел. Печалька, конечно. Ладно, я поставлю вот так. И здесь мы сделаем с тобой вот так. Хочется просто глянуть. Если он меня не уничтожит, следующим пойдет у нас тренер. Что-то мне подсказывает, сейчас он будет вот эти орехи выставлять, а потом еще орех с этим, с отражением лепит. Ага, вот так вот он решил. Окей. Так, иди сюда, ублюдок. Мне надо с тобой разобраться. Поехали. Дальше-то что? Что дальше-то, ребята? А дальше все просто.
Так, если у него сейчас еще есть один молот, то уже стоит насторожиться. Это колода, где есть гигантский такой орех, который летит по центру и сносит всех, и наносит еще офигенный урон моему персонажу. Сердечко есть, если что, я смогу захиляться в любой момент. Но я знаю, что вот этот вот его должен напрягать. Окей. И мина. И мина, ребята. Чертов засранец. На. Блин, плохо, что он его уничтожил, а? Плохо, друзья. Ладно, сделаем с тобой так, спортсмена. О, солидненько. И вот так. И... вот что он делает. Поехали. Так, только не говори, что этот орех у нас на хилах работает. Слушай, а мне кажется, что так оно и есть. Ну-ка, давай я вот так вот сделаю. Ты смотри-ка, у него есть ананас. Да, будем знать. Нет, эту ту фигню, пожалуйста, убери отсюда. Да хоть ты... что тут делай, все равно мы уничтожим его. Погнали, ребята. Нечего ему здесь делать. Так, ну что, у нас 11 хп, а у него сколько остается? 10. Окей. Так, друзья мои, ставим вот такую вот фишку. И пока все. Так, у меня и у него сработает защита. Фонарь выставил, да? Ну что же. У него тоже есть отхил. Так, у нас сейчас сработает защита с тобой. Этот орех мы уничтожим. Эта мина меня вообще как-то не интересует, если честно. Давай-ка я использую сердечко. Поехали. Нет, защита, к сожалению, пока не сработала, ребята. А вот сейчас... блин, у него уже там мишень стоит. И что теперь? Жалко, вируса нету. Ой, как жалко, что нету вируса, ребята. Плохо. 8 единиц урона всего лишь надо ему нанести. Всего лишь. Че у него там? Неуязвимость может быть, да? О, как делает. Окей. Поехали. Защита с работой. Спасибо. Минус фонарь. Ой, минус фонарь, минус мина. Отлично. Так, ну что, теперь смотрим, ребят, что он будет делать. У нас с тобой есть две защиты. Ну, если кто-то очень жирный будет, то есть еще вот такая штука есть. Но мне нужно вот эту вот карту использовать, чтобы набрать гаргантюашек. Они пригодятся, потому что мы, считай, на тонком-тонком острие с тобой ходим. То есть моя ошибка будет, то я сфейлюсь. И нам еще придется с тобой фиг знает сколько до следующего ранга. А если же я выиграю, то мы переходим в 30... какой там? 32 ранг? Он задумался, естественно, он задумался. Он не знает, что здесь в могилке. А в могилке у нас чувак, который дает дополнительно 2 единички энергии. То есть 8 будет. И орех, по ходу дела, начинает фейлиться прямо на ваших глазах. Нет, нет, ребята, фейлиться он не стал. Че, ожидание соперника? Че, неужели он не успеет? Хм. Да ладно.
Ты прикинь, он просто, ребята, опоздал. Видимо, не успел. Или у него отключилось, или еще что-то в этом роде. Так же, как у меня какие-то задержки. Может быть, что-то на сервере, я не знаю, ребята. Там пишут, то отключается интернет, то еще что-то. Возможно, вот у нашего оппонента такая же, ребята, беда. Видишь, да, как все очень долго прогружается. Ну что, нам нужна еще, ребята, оказывается, одна победа. Не понимаю, почему. Вроде как бы у нас было все великолепно. Ну что же, давай, и сейчас наверняка будет опять написано «отключение от интернета». Нет, все отлично. Ох, боже ты мой, это сам Цитрон навестил нас. С Цитроном, ну хреново, ребята. Что тут скажешь, на то он и Цитрон. Ага, давай. У Цитрона есть одна плюшка офигенная, когда он защищает всех своих юнитов непробиваемым щитом. И начинается почему-то все с орехов. Хорошо. Давай вот так вот сделаем. Так, орех, иди сюда. Будем тебя сейчас уничтожать потихонечку. Окей, ну что делаем с тобой вот так вот? Замечательно. Ну, в принципе, за 2 энергии она на самом деле стоит, по-моему, 4, если не ошибаюсь. Да, 4, но нам она выпадает за 2. А что он зацепился за этот орех? Неужели у него этот надгробие, которое атаку, то есть жизни переводит в атаку? Есть такой чудак. Поверь мне. А если я вот так сделаю? Естественно, сразу его внимание переключается именно... Ха-ха, тратит, вот и славненько. Кого он там мне? Опа, сундучок. Хорошо. Лети сюда, пташка. Все, погнали. Так, разбираемся здесь. На этот сундук сейчас мы с тобой поставим. Ой, поставим нашего тренера. И получим легендарную карту. Угу. Погнали. Вот так вот я сделаю. Ай, хорошо, друзья мои. Ай, хорошо. Карта-то какая, смотри, выпала солидная. Прокачку будет получить по ХП. Ну что ты, Цитрон, я не верю, чтобы ты так фейлился. Какой у тебя 32-й ранг? Цитрон, если у тебя карты есть на нем соответствующие, это лютая машина для уничтожения зомби, поверь мне. Кто-то вот здесь, наверное, будет. Или что-то он хочет сделать. И, видимо, у него то ли карт нету, то ли не может, чтобы он вот за этот орех цеплялся просто так. Но мы с собой потом можем что сделать? Ха, мы можем поставить вот эту карту и еще плюсануть вирус. А он у нас идет, когда наносит урон герою, растению, да? Он шаманит карту. Прикинь? Да ладно. Цитрон, ты меня расстраиваешь. Да, друзья мои, сдулся. Не знаю, почему карты у него вроде были. Ну, а... Погоди, я не понял. Это я? Подожди, что? Что произошло сейчас? У меня был проигрыш засчитан. А сфигали? Ребята, сфигали у меня был... Блин, я потом на повторе. Соперник отключил. То есть... Значит, все-таки, блин, я не знаю, ребята. Видимо, ну, на самом деле, сегодня что-то с игрой вообще не лады. Вот, видишь, проверьте соединение с интернетом. Повторить... Я перезайду вообще в игру полностью. Это бред какой-то. Так, вспышка на солнце. Ну что ж, давай посмотрим. Так, так, так. Это можно, наверное, заменить. Заменил, блин. Вы сейчас серьезно? Твою налево. Вот это вы молодцы. Вот это вы мне подкинули, блин, бонусы. Спасибо тебе, игра. Лучшего и быть не могло. Трэш.
Вот это вот. Ну вот это, и вот. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ладно, что у нас там, я не знаю, вспышка на солнце будет сейчас придумывать. Сумоист. Ну давай я поставлю его сюда. Какой там 31 ранг? Ну он не дурак. Видишь? Сюда поставим. Поехали. Окей. Давай-ка еще раз сделаем. О, грибочек. Так, ну что, у этого на расстрел, да? Короче, у нас тут идет все как надо. Допустим. Погнали. Можно было бы, конечно, его спасти, на самом-то деле. Через вот эту вот. Ну, пока ладно, фиг с ним. Давай вот так вот сделаем. Наверное, подумает, опять сумоист у него там. Ё-моё, что делает-то? Вот, смотри, что делает. Так, подпитались. И сделали вот такую штуку с тобой. Прекрасно, поехали. Так. Ну, пока он ведет, пока. А дальше сделаем с тобой следующим образом. Вот так. И вот так. Ну, стражника я в любом случае смогу защитить, если он, конечно, его сейчас не бабахнет. О, как. Интересно. Ага. Ага. Ты такой деловой. Ты такой деловой и борзый парень, я тебе скажу. Поехали. Так. Таренс, таренс. Окей. Так, что бы нам с тобой дальше-то замутить? А я пока пропущу ход. Я хочу взять гаргантюашек. Но сначала посмотрим, что мы будем делать. Я так понимаю, он играет на прочерках. Он будет играть на прочерках. Уничтожает зомби. Моего спортсмена, так скажем. Окей. Ну понятно, что здесь он двоих уничтожает. Один уничтожает двоих, прикинь. Все. Все, я так понимаю, да? Блин, что мне тут сделать? Ну, давай вначале вот так вот сделаем. Солидненько. И вот так вот. Погнали. Ну, понятно, сейчас двоих просто уберет, ребят. Так, 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 так. Ну что, поехали? Раз. Блин, подожди секундочку. И вот так. Посмотрим. У него уже есть солнечный удар, насколько я помню, да? И он может этого снести. Потом. Ну так оно и есть. Видишь, делает солнечный удар. Ну это тоже хорошо, что он его потратил. Так, здесь появляется этот хламон. Ну, с ним мы разберемся, что он там дальше делает. Меняет. Меняй. Поехали. Вылупляем, ребята. Тынс. Ну, у нас с тобой защита срабатывает. Окей.
И это я оставлю на потом. Вопрос, конечно, интересный. Ну, давай я вот сюда поставлю. Блин, у него то, что защита сработает, это плохо. Плохо для меня, конечно же. Опачки, ты смотри-ка. Прикрылся. Так, а кто у меня здесь? Я уже забыл. А вот кто у меня. Ну что же. Поехали. Ай-яй-яй-яй, сейчас же. Блин. Все зомби на земле получают -1, -1. Так, я прав? Даже еще хуже делает. Две энергии подкидывает ему, ты прикинь, а? Давай сделаю вот так вот. Просто интересно знать. Чё? Еще одну? Так. Хочет все заплодить, хочет вот за счет этого хламона, что ли, выиграть? Пш. И вот так вот, да, сделать? Сколько там у тебя? 16? А не жирно ли будет-то, парнишка? По-моему, ребят, нам тут трындец. Офигеть, какой-то гриб вшивый, блин. Ну, серьезно тебе говорю, мы так с тобой до посинения будем перебираться. 32 ранг. Тем более, когда выпадает мне каротин. Да убери ты вот это вот. Оставьте мне что-нибудь послабее. Вот, когда этот баллон нужен, он хрен тебе выпадет, понимаешь? Хрен. Вот когда были грибы, он тебе нафиг не нужен. Когда вот здесь вот какая-то, блин, морковь, где он нахрен не нужен, вот этот вот баллон, блин, они тебе его дают, понимаешь? Вот у них такая доброта душевная. На, баллончик. Две штуки сразу же. Ну, а что тебе? Дают тоже мне, блин. Ну, вот что вот. Ну, вот, начинает сейчас передвинет его к себе. Допустим, допустим. Так, ну что дальше мы делаем с тобой? Сумоиста ставим, да? Ну, давай я поставлю сюда вот сумоиста. Сейчас мы с тобой посмотрим, что он выставит. Так, этого шитика, да? Этого шитика мы... Ага. Этого шитика мы с тобой сюда перекидываем. Вот так. И к тому же еще, наверное, сделаем вот так. Нефиг там на воде стоять. Прохлаждаться, так скажем. Ну, а потом вот этих вот двоих просто из баллончика уничтожаем, да? Я думаю, что это будет оптимальный вариантик. Я пока не буду ничего здесь делать. Хочу посмотреть, что он будет вытворять. Спасибочки. Фонарь, конечно, выживет. Но остальное все пойдет к чертовой бабушке на куличке. Угу. Ну что, давай так сделаем, попробуем. Да чтоб тебе. На все-то у тебя есть, да? На все-то у тебя есть, я так смотрю, решение. Давай сделаю вот так тогда. Ну, речь. Время идет. Мне еще надо успеть в магазин купить немножко продовольствия. Погнали. Тынс.
Так. Ну что, 10 хп мы ему оставили. Если я сделаю вот таким вот образом. Ты глянь-ка, что творит, а? Это фигня. Давай-ка я, наверное, вот так. Хотя бы хоть как-то, ребята, минимизируем, да, атаку. Окей. Хренушки тебе. Ага. Ага. Блин, что лучше сделать-то, наверное. Ну, давай вот так вот фиксим. Проверочка. Что у него там есть? У него есть заклинашки. Так, растение здесь становится неуязвимым. Ты понял, что он делает? Неуязвимым делает он эти растения. Поехали. Так, сейчас пробьет же нам еще, да? Так, у него, естественно, срабатывает защита. Там, я не знаю, что за фигня у него появится. И... все, да? Итого 3 хп у тебя остается, парень, верно? Верно. Поэтому делаем с тобой вот так. И все, пока. Пускай сидит и думает, что делать. Ага, вот как ты решил. Так, мы этого как-то сможем с собой уничтожить? Тюм, бомбанем, да? Да, мы сейчас баллончик с тобой примем. Вот это вот все уничтожим. Да пускай что хочет тут делает, господи. Все, до свидания. Поехали. Отлично. Вот такие вот у нас игры «Тени толкай» называются. Что-то я не понял, а повышать меня не буду, да? То есть... не будете переводить меня, да, в 3-5. Молодцы, красавцы. Просто сыграл, как будто просто так, ребят. Опять цитрон, кстати, нам выпадает. Вот это уберем пока. Поехали. Сердечко, значит, если нам дают сердечко, можем пока не паниковать. Тренер выпал. Так, ну что, будем, наверное, вот этого мелкого карася вызывать. Ну да, как оптимальный вариант, ребята, этого карася вызываем с тобой. И два тренера у нас есть, да? Поехали. Потом... ох ты, ох ты. Так, ты еще будешь заниматься прокачкой, что ли, его? Или что? Самое удивительное, что нифигашечки он не стал здесь такого делать. У меня уже 3 тренера. Давай я вот так сделаю. Сейчас кого-то превратит, да? Через заклинание в какую-нибудь фигню. То, что у меня 2 тренера еще в рукаве, это, кстати, очень хорошо. Ну давай, цитрон, ё-моё, ну что ты там? Вот так вот прикрылся. Понял. Так, только не говори, что ты будешь на этих... неуязвимость получает на время этого хода. Погнали. Так. Так. Прокачка. Отлично. Давай далее. Очень интересно.
Задумался, да? Ну, Цитрон, давай, резче, 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 время идет. Цигель, цигель, ай-лю-лю, как говорится. Слушай, а как он его прокачал? Я что-то не помню. А, все, тихо, что там? Опа. Ты глянь-ка, что делает. Ну-ка, поехали. Нафиг с поля. Бамс. И еще давай. На. Четенько? Конечно, четенько, ребята. Все как в аптечке. Поехали еще. Так, я надеюсь, тебе не взгрустнулось, цитрончик, а? От такой красоты. Ой, потом вирус как влеплю. Ой, ребята, как влеплю вирус. Да как полетят клочки по закоулочкам. Окей. Вызывает орешек. Угу. Что дальше? Что к орешку прилагается? А, все, я понял. Он хотел на орехах сыграть. Но, видимо, что-то пошло не так. Ну, бывает, у меня тоже, ребята, очень часто идет не так, как я хотел бы. Погнали. Пиу, пиу. На тебе. Ну, а вот, ребята, и момент истины. Здесь я пропускаю ход. Девять хп всего лишь у него осталось. Девять. Я жду, когда я смогу заюзать вирус, потому что он мне необходим в данный момент. Сам понимаешь, да? Атака, 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 тут пробивающая. Тут будут все сносить на своем пути. Единственное, что если у него есть заклинание. Ух ты. Вот ты как делаешь. У тебя еще есть и морозный перец. Гляди-ка, а? Откуда он его взял-то? И зачем? Ну, не знаю, ребят. Ладно, это уже, наверное, не важно, я так понимаю, да? По большому-то. Ой, еще и так. Погнали тогда. Пинц. На. Так, сейчас у него сработает защита. А вот это он, наверное, превратит. В кого там, я не знаю. В какое-нибудь ничтожество. Что у тебя там за заклинание-то, а? Скажи мне на милость. Или обычная защита, да? Ну все, у него защита, ребята. Так бы он давно-давно заюзал бы. Все, 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 все. Ожидание соперника. Я надеюсь, не меня? Как в тот раз, помнишь, да? Читерско получилось. Хоп. Также в ожидании, потом бац, я проиграл. Соперник отключился. Все нормально, ребят, на этот раз. Я не понимаю, почему мне жопят звезды. У меня сейчас побед больше, чем проигрышей. И у меня звезд почему-то все равно меньше. Ну что опять, где прогрузка, блин? А, друзья, трэш какой-то. Что-то она тормозит. Ладно, давайте, наверное, мы на сегодня пока закончим. Просто мне нужно спешить кое-куда. Если я успею быстро сделать дела, то придем и продолжим. Я все-таки должен добраться до 32-й лиги. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.